В Казыбаев Юниверсити состоялось торжественное мероприятие, на котором студенты Северо-Западного университета сельского лесного хозяйства Китайской Народной Республики получили сертификаты. Подробности в сюжете. В конце августа в Кузыбаев Юниверсити в рамках академической мобильности прибыло 12 бакалавров и 10 магистрантов из Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Китайской Народной Республики. В течение месяца они обучались практическим навыкам на ведущих животноводческих предприятиях Северо-Казахстанской области. Еще 2 месяца получали теоретическое обучение по профильным дисциплинам. Я буквально вот неделю назад сам вернулся из данного университета. Я проходил также стажировку полностью за счет китайской стороны. Я и наши преподаватели, а также фермеры, с кем мы работаем, конкретно с Калжарсуд предприятием в селе Чапаево. В прошлом году один представитель выезжал с данного предприятия. В этом году выезжали, где мы проходили тоже курсы по современным технологиям в животноводстве. Для нас были организованы посещения различных предприятий. Преимущество сотрудничества между 2 вузами – это активный обмен знаниями и технологиями, которые напрямую влияют на развитие агропромышленного комплекса. Студенты из Китая приобрели неоценимый опыт аграрной отрасли Северного Казахстана. Сегодня 22 прибывшим вручили сертификаты. Я приехал сюда на обучение в рамках сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Я изучал тему животноводческой отрасли. Помимо этого, узнал много нового из культуры страны, приобрел новых друзей. Стоит отметить, что программа академической мобильности между университетами действует с 2017 года. Мадина Нуркина, Дамир Искендиров, служба новостей.